Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в темные картины, дьявол во мне. У нас сегодня будет Эйрин. В прошлой серии мы допустили, возможно, фатальную ошибку. Ну, как мы. Я нажал ингалятор, прежде чем пройти в проход. И, скорее всего, это, наверное, будет для нас фатально. А может быть и нет. А может быть и да, а может быть ворона, тра-та-та-та-та. Но это мы узнаем только чуть позже. Ну что ж, погнали. Нам нужно вернуться к остальным. Так, у нас есть микрофон. Давайте попробуем послушать. Насколько классная идея, хрен знает. Блин, вот гадалки не ходи, мы сейчас тут вдохнемся, сдохнем. И херово нам станет. Почему ингалятор одноразовый, непонятно. Ну да ладно. И вообще, в принципе, идти, блин, в пыльную комнату, если у тебя астма, это слегка... Упа. Да чё там слегка? Это, блин, крайне тупо. Так, а смотреть. Лечение чего? Чем? Натуральная мазь из змеиного масла, и это лекарство сделано из лучших королевских кобр. Институт Сильвер Эш. Так, нам чё сейчас? Кобру подпустят? Так. Но тут явно что-то со змеями связано. Как говорится, план говно. Но вариантов у нас, видимо, нет. Так, Сильвер. Ну-ка, это что такое? Это фонарик, да? Ну, это прям фонарик. Ну, у нас, в принципе, тут какой-никакой фонарик есть. Ну, такой поганый, но фонарик. Сильвер Эш... Что-то... А, неугомонная ты подруга. Угу. Иголка. Подруга безбашенная, конечно же. Так, осмотрите институт Сильвер Эш. Блин, подойти посмотреть или не подойти посмотреть? Называется, блин, нахер здравый смысл. Но в теории здесь, наверное, можно где-нибудь ингалятором разжиться. Не знаю. Чисто теоретически. Чисто практически можно, скорее всего, звездюлей отхватить. Так, что у нас тут? Тут ничего. Блин, ну вот он сейчас же дернется, гадалки не ходи. Да? Ну даже. О, что за хрень? Согласен. Сука. Ну ты только бошку не суй, пожалуйста, под шприц. Ну ты, ну серьезно? Может не надо? Блин, а это еще нам выбор, да? План говно. Там кобры. Сейчас какой-нибудь яд нам всодят. Так, стой. А, это она сама отошла. Ну, не знаю, как говорится, любопытство кошку погубило. Давайте тыркнем. Ярек? Фу, что это за дрянь? А, боже! Какого хрена? Обосратушки. Так, то есть это такой доктор Спасака. А, то есть это еще раз можно посмотреть? Как говорится... Нет, нельзя. Вообще очень похоже вполне себе на людей. Очень, как говорится, живенько. Так, ладно, в другую комнату мы еще подождем сходить. Это ж такое.
Ведь говно план, да? Так. Вроде бы лючков нет скрытых. Насколько охрененная идея взять телефон? Ну, так, что там у нас? Блять, вот же сучка. Так, Лорел, а что там за милашка на фотке? Так, чё курс изменен? Так, Джейми и Эрин поцеловались. А Эрин нашла сообщение от Джейми. Джейми о ней. А, то есть она кому-то что-то писала? То есть она типа будет недовольна? Так, а что написано? Так, что там за милашка на фотке, которую ты запостила? Привет, в твоем вкусе. Такая предсказуемая. Так, Лорел. А это кто? Лорел. А, так, кто Эрин у тебя? Умоляю, я люблю крутых стерв, а не робких лесных феечек. Так, она скромница, тупица, всего ходит... Вечно ходит с растерянным лицом. А, ну, то есть не очень хорошие вещи рассказала, да, про нее. Телефон. А откуда он телефон ее нашел? А, ну мы же сдали все телефоны. У меня вот идиотский вопрос. Ты видишь телефон. Хер просы где? Ну, не то чтобы свой... Эрин, прием! Джейми? Что за нахер? Эрин не нашла ничего подозрительного в институте. Сильвер... Так, стой. А, нужно было быстрее идти? Твою мать. Ничего подозрительного, серьезно? Джейми? Эрин, ответь. Ты где? Ты слышишь? Что происходит? Ты в опасности. Как послушай ты... Послушай меня. Делай, как я скажу. Так, замешательство, что происходит? Обвинение, я видел твои сообщения. Джейми, что происходит? Где ты? Я не... Послушай. Так, ну как бы да, тут такое дело. Обвинение в сообщении, ты тут не самое важное. Учитывая ситуацию. Слушай, там есть шкаф. Залезь в него, давай. Что за ерунда? Прячься, Эрин. Зачем мне это делать? Что происходит? Эрин, скорее, просто поверь мне. Мне кажется, план говно в шкаф лезть. Так, убежать, спрячьтесь. Не, мы свалим. А, нет. Нет, нет, не надо, пожалуйста. Так, а мы выживем? Нет, убегите. Видимо, нет. Ёб твою. Угу, все-таки мы ее потеряли. И надо было все-таки послушать подругу. Так, столкнулся с Дюметом и была убита аниматронниками. Надо было все-таки ее послушать. То есть, получается, мы нашли сообщение, должны были разнервничаться и не послушать, побежать, бегать. И надо было все-таки послушать. Это была все-таки, видимо, Марк, ее подруга. Твою мать. Все-таки одну не сберег. Ну ладно. Нет так нет. Чарли! Джейми! Да блин. Ты где? Надо же было так подставить. Куда все пропали? Но. Надеюсь, спокойно сидят и ждут, когда мы придем. Кейт, посмотри-ка. Что за фигня? Мы что, заперты? А что за монетки похоже можно взять? Стой. Что? Слышишь? Это они? Откуда звук? В ресторане кто-то есть. Какой план, Чарли? Хочу предложить тост. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семьи. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду
несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ты нравишься людям? Что за херня? Так, открыт дополнительный инвентарь. Остальных? И что за материал открыт? Типа то, что мы сюда пришли, то есть мы сюда могли не прийти. Марк, ты что делаешь? Не подходи к ним. Так, заверение, просто манекены. А вот что Чарли нас втянул. Спокойно. Это куклы, наряженные как мы. Странно? Да. Повод паниковать? Нет. Так, 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 откровенность. Так, что у нас тут есть? Что это? Вспышка? Так, так. Смотреть прямо... А кто-нибудь видел Дюмета? Это просто пиздец. Что за чертовщина? Так, а что надо увидеть? Хрен знает. Блин, короче говоря, у нас вообще... Все, скорее всего, откинутся. К гадалке не ходи. Так, ну просто посмотреть манекены. Ну, скорее всего, какая-то подстава будет. Потому что... Или что-то надо увидеть. Не, ну они все имеют их вещи. То есть, ну, копии их вещей фактически. Откуда-то. Вопрос, откуда и как. Блин, ну конечно, вот с Эрин получилось вообще неловко. Жесть. Так на него похож? За пару часов это все подготовить просто невозможно. Ну, тоже верно. Так, кого я там еще не посмотрел? Не, всех вроде слышишь? Посмотрел. Шаги. И они все ближе. Ну, зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? Ой, сейчас, блин, не люблю. По-любому ж наши. Джейми! Вы чего это? Прости, я думал... Охренеть! Что это вообще такое? Не, ну да, так, уточнение, что случилось. Рад, что ты цела. Господи! Когда стена закрылась, я рад, что ты цела. Дюмет убил смотрителя! Что? Мы сами видели. Дюмет? Это ловушка. На нем была маска, и я знаю, что это бред, но я не шучу. Теперь он хочет убить Эрин, надо идти. Так, постой. А где Чарли? Не знаю. Мы разделились. Этого не может быть. Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу... Это что, прикол такой? ...подобно отрицать. Тела убьют. Боже, убьют, заткнитесь! Да. Это что? Так. Это стекло. Муляж или от зверя какого-то, точно? Не-не-не-не. Не факт, не факт. Фу. Фу, настоящий, он настоящий, блядь, это уже перебор. Надо валить отсюда. Так. Опять вы разошлись, идиоты. Стой, подожди, а где это? А, этот упал вниз. Закрыто. Что происходит? Ту дверь теперь тоже не открыть. Так, вы сейчас втроем будете? Если бы ты чудило взяла бы... Дюмет! Поиграть хочешь? Те шипастые штуки? Давай! Иди поиграем! То было бы неплохо.
И, возможно, вы бы отсюда выбрались. Ну, а так... Так, подвал. Блин, зажигалку здесь... Гадалки не ходи зажигать. То есть мы можем сгореть, мы можем, блин... Нас могут крюком захерачить. Зажигалки нет. Там зажигалка лежала. Ай, план говно. Никто у меня отсюда живым не уйдет. Гадалки не ходи. Так, найди выход из подвала. Что, кто? Посмотреть. Ну, допустим. Джейми! Ты там? Джейми! Ну, то есть довольно высоко. Я живой! Ну, вообще можно было попробовать подтянуться на самом деле. Ключ. Подожди. Давай мы до того, как возьмем ключ. Блин, неловко, конечно, вышло. Пока недоступно. Ну, понятно, короче говоря. Ключ надо взять. Ну, как-то слишком очевидно. Насколько хороша идея? Ай, черт! Огонь. Так, ключ от решетки. Так, у нас есть две штуки. То есть мы можем попробовать воспользоваться карточкой, а можем ключом. Когда мы сняли ключ, загорелся огонь. Так, мы по идее сейчас, наверное, сможем выбрать. Да? А, нет, у нас получается только ключ. Ну, стой. Нет, карточки у меня не было. Мой план говно. Посмотреть. Что такое? Так, что это? Открыть. Так, дата, время события, подпись. Большая часть бригады прибыла на остров. Оборудование перемещено в отель. Встретились с владельцем отеля, мистером Белкнапом. Начата оценка на месте. В подвале отеля начаты земляные работы. Неразборчивые работы. Так, первым, вторым этажам идут полным ходом по плану. Часть оборудования пропала. Мы подготовили отчет и запросили замену у мистера Белкнапа. Согласно действующему договору, Джейми и Келли покинули проект, а они оставили записку, сославшись на чрезвычайную ситуацию. Но она напрямую ко мне не обращалась. Никто ко мне напрямую не обращался. Отчет будет составлен позже. Установлен первый комплект движущихся стен. Получена копия чертежей для мистера Белкнапа. Значит, монтаж опор потолка подвала завтра неразборчивый. Так, следующее. Так, Бобби бросил меня на произвол судьбы. Это уже второй надежный человек, который прекращает работать над этим проектом. Значит, ремонт бара. Неразборчиво. Так, прокладка труб в подвале завершена. Ремонт второго этажа будет завершен на следующей неделе. Ремонт бара завершен. Работа идет хорошо. Так, это в 17-м все было, да? Если ничего не случится, уложимся в срок. Так, удалось установить. Установка всех подвижных стен завершена. Так. Установлены приемники сигналов, участились сообщения о пропаже оборудования. Подано третье заявление на замену в месяц. Проект завершен в согласованный срок. Владелец просит провести дополнительные работы в СПА под отелем. На острове осталась лишь небольшая часть бригады.
поэтому мы проведем первоначальную оценку затрат, пока дожидаемся ответа от Келли. Получено сообщение от Келли. В отеле остался костяк бригады: Лора, Моника, Райан, Фрэнк и я. Опять пятеро человек. Мы продолжим работу в спад возвращения остальных. Райан пропал, оставив записку о том, что у него заболела мать. Я уверен, что у него мать умерла много лет назад. Прошу разрешения у мистера Белкнапа связаться с ним. Короче говоря, они, видимо, тоже начали играть еще до того, как закончили отели. Так, что там за секрет найден? Журнал, принадлежащий бригадиру, строителей. Его сильно беспокоило количество работников, покидающих остров. Ну, короче говоря, они, скорее всего, делали что-то, и чтобы никому не рассказали, пропадали. Потом приходили следующие, которые делали следующий объект. Мы видим как-то так. Так, Лора закончила монтаж системы громкоговорителя вместе с мистером Белкнапом. По его словам, после завершения работы ей стало плохо, и он предложил ей заночевать в одном из номеров. До сих пор нет сообщений от Келли о том, где остальные члены бригады. Что происходит? Лора не выходит из номера, Моника молча ушла, я не могу связаться с Келли. Завтра вернусь на материк вместе с Фрэнком и Лорой. Это кошмар какой-то. Что? Это еще что? Это еще что, согласен. Так. Нам бы на крюк не попасться. Нам бы не поджариться. Так, что это? Хватит? Дым-сюдым. А, надо выбрать что-то. Ну, не знаю, вот это. Так, чикагские убийства, жертва 2. Причина смерти — травма брюшной полости, у жертвы вырваны все зубы. Какая гадость. А это я взять могу? А это я тоже могу взять. Так, секрет. Полагаю, вы читали мой отчет о первом? Тот же почерк. Неизвестный мужчина, много колотых ран. В нижней части живота раны такие же, как были у первой жертвы. Форма входных отверстий позволяет предполагать, что орудие убийства было тем же самым. Похоже, мы столкнулись с коллекционером. В этот раз было отрезано левое ухо. Разрез ровный. Вероятно, скальпель или опасная бритва. Очень аккуратно. Просто мастерски. Почти без крови. Когда это сделали, жертва была мертва, вероятно, уже минут 30-40. Здесь два случая различаются. Если помните, первой жертве вырвали зубы при жизни. Явно было много крови и криков. Парень учится. Так, допустим, нашли фотографии туда-сюда. Нет, стой, а о чем? А с другой стороны, есть что-то? Нет, ничего. Так, убийца — первая причина смерти — травма брюшной полости. У жертвы было отрезано очень острым, так, скальпелем. Все, мы посмотрели. Можешь это, да? Зад. Так, ну, допустим, мы посмотрели. А тут больше ничего нет? Так. Одну, так, вторую. Что-то еще? Нет, больше ничего не могу посмотреть. Все, все, все. Отпусти. Отпусти, я сказал. Кто тут кодит? Кто тут кодит, кто тут кодит? Это я куякнулся. Шпуньк? Скорее всего, говно идея. Так, дверь, решетки, три огонька. Это я тут? Нет, это, ну, по крайней мере, не интерактивно. Так, это не эта решетка, да? Один огонек. Непонятно. Так, это я посмотрел, то посмотрел. Маффон.
Ну, тут получается... каких-то альтернатив нет, то есть нужно дернуть рубильник. Вообще какая-то план капкан. То есть, скорее всего, нужно сейчас будет что-то. То есть, надо их, наверное, будет зажечь каким-то цветом. И, наверное, если я не успею, мне трында. Ну, не знаю, ну херак. Надо ли? Да хер ли делать? Так, красные. А, нет, просто открылось. Подозрительно. Еще один рубильник. Человечек связан. Открыть. Тут. Чуть дальше, видимо, да? Можно опять дернуть рубильник, и откроется эта дверь. Можно... открыть. Связанный человечек. Камера. Так, я помню. В одной из картин мы где-то закоптились. Ну-ка, как нам открыть? Так, как нам открыть? Стой, подожди. Так, стой. Во-первых, отойти, чтобы случайно не дернуть. Так, эскейп. Коллекция персонажей. Нет, не секреты. Картины. В ком-то... это что? Сожженное. Так, еще раз. Да. Очень похоже... да, дверь очень похожа на ту... которой мы подзакоптились. Ну, надеюсь, я правильно рассуждаю. Аринак, а что можно вот за эти монетки? То есть вот за монетки что-то можно сделать. Ирак? Тоже открылось. Так. То есть сейчас будет, видимо, опять выбор? Нет. Опять выбора нет. Что это? Какой-то... так. Насколько охрененная идея посмотреть куда-то? Не, ну давайте посмотрим. Блин, план говно. Так, стоп. А, то есть за нами кто-то наблюдал, когда мы что? Мы выходили из первой комнаты. Подожди, еще раз. Может, что-то я должен был увидеть? Блин, вот это вот непонятно, что надо сделать. Ну, ладно. Мы типа видим, где мы были только что. Так. То бишь... а, ну зажигалки у нас нет. Выбора предметов у нас нет. То есть за нами тут кто-то откуда-то опять где-то наблюдает. Или все-таки мы еще... можем где-то закоптиться. Ну, тут как бы вариантов, походу, у нас каких-то нет. Ай, ладно, хрен с вами. Меня вот эти вот завывания подбешивают, на самом деле. Ну, блин, какие варианты, херак. Не
Так, нас по-прежнему еще могут где-то... Так, стоп. То есть назад нам хода теперь нет. Или это как раз следующая комната? Ну-ка. А если сейчас мы туда посмотрим? Лобысь? Нет, да? Ай, так. То есть на нас могли и тут пялиться, и там пялиться. Так, протиснуться туда, скорее всего, можно. Насколько хороша идея, хрен бы знать. Но вариантов у нас, видимо, не особо много. Кстати, по-прежнему у меня загадка, что делать с жетончиками, которые мы ищем, вот эти вот монетки. Да и... Так, ничего тут на полу не валяется. Подожди, нам куда? Нам сюда? Так, пробраться. Ну, пробраться, что, какие варианты, блин. Блин, где-то нас еще могут, где-то нас еще могут насадить на крюк. Чего как бы тоже не хочется. Или мы все еще можем сгореть? Пока что слишком много вопросов залезть. Блин, мне сейчас обратно придется куда-то бежать, что тут? Не знаю, насколько классная идея. Так. Занято. Так. Херак. У нас есть карточка. Херак, херак. Ну-ка, ну-ка. Какой мы молодец, блин. Медвежатник прям. Че нашли? Да нахрена они нужны? Это какой-то вроде прикольный. 16. Тоже двойной. У нас 18, блин, монеток. Не знаю, может, можно выкупить кого-то будет. Ну а с другой стороны, мы ж померли. Как выкупить? Хотя если выкупить, то... Может быть, это типа все-таки какое-то шоу? Так, стой, 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 блин, я... Ладно, зашли уже, типа все, да? Так. Или сейчас вот где-нибудь что-нибудь захлопнется, и вот здесь мы сгорим. Очень странно и очень непонятно. Будет очень смешно, если сгорим мы сейчас тут. Нас тут закроют какой-нибудь сратой дверью. Стой. Три огонька. Три огонька. Подожди, а... Блин, далеко возвращаться? Ладно, что делать? Давай, давай, протискивайся. Просто я не помню, что было на том рубильнике. Вот на этом. Так, ну на этом вообще ни хренашеньки не было, да? Ну и плюс я утыркнуть больше не могу. Выйти сюда я тоже не могу. Могу вот здесь посмотреть опять, но я уже смотрел. Возможно, возможно, то есть мы пошли туда, если бы, ну, где связанный человечек был, то тут этот Дюмет бы дернул бы рубильник. Так, пробраться. Ну, я альтернативы не вижу тому рубильнику. Короче говоря, срань. Стой. Нет. Не, ну, сделать больше ничего нельзя.
Я, по крайней мере, не вижу, что можно сделать. Короче говоря, план говно, но мы дернем. Ирак. То есть кто-то там сгорел. Найдите выход с подвала, узнайте, кто кричит. Или... Нужно было все-таки туда сходить вначале и посмотреть, что там в той комнате. Блин, там сейчас с гадалки не ходи кто-то из наших. Или нет, или да. А вот мы там, короче говоря, в той комнатке зажарили. Или нет, или да. Гадалки не ходи. Да, то есть кого-то мы там, блин, тудым-сюдым. А кто там был? Так. Твою мать. Так, а... Альтернативы у нас нет. А, то есть, видимо, мы сюда бы подошли, пошли бы туда, и нас, по идее, бы зажарило. Да? Ну, наверное, да. Так, еще раз смотреть. Ничего, да? Так, ладно. Ну, короче говоря, куда-то еще мы тут залезть не можем. Не можем же, да? Да, ничего больше не блестит. Но... Блин, короче, если сейчас мы сгорим, то это будет жопа. Столько бегать зазря. Блин, тупая идея же. Ну тупая ведь. Сигареты. Блин, может не надо брать сигареты? А, или мы бы увидели... Или мы сюда бы зашли бы, он бы увидел сигареты и по-любому бы пошел бы за ними. Красавицы мои, как мне вас не хватало. План говно. Слава богу. Дождался. Это лучшая сигарета в моей жизни. Зажигалки нет. Так как же так? Да подожди, а как... А как спастись-то можно было? Или они сейчас его сожгут? Что он делает? Все? Да твою мать, а как нам спастись надо было? Или нужно было зайти заранее? А как его спасти можно было? Или его никак нельзя было спасти? Вот сейчас я не понял. Эй, есть тут кто? Я здесь! Эй!
Нет, закрыл. Не, стой. Нет. То есть там... Что ты делаешь? Стой. Не надо. Нет. Стой! Не надо! Стой! Пожалуйста! Так. Но это закрыто. Поднять решетку. Ну, Паш, ты когда в двери, он сгорал. Ну, тащи. Поднять решетку. Давай, блядь, открывайся! Я кому сказал? Чем поможет тебе закрыться решеткой? Ситуация у наших друзей накаляется. Чарли, похоже, спекся. Глаз да глаз за наш Эрин, да? Ну, простите, плюс... Мне не стоило. Стоп, а Чарли, то есть сложные на картине личные отношения он влияют на совместную работу. Но, похоже, Марк и Кейт все же справляются. Они узнали друг о друге что-то новое. До чего у мистера Дюмета сложная аниматроника. Очень изобретательно. И весьма реалистично. А монетки-то нахера? Мне интересно, где он берет детали. Думаю, на данном этапе справедливо дать вам небольшой совет. Сравнять шансы. Что скажете? Ну, давай. Почерпнем вдохновение в работах Артура Конан Дойла. Похоже, наш друг Герман Маджет так любил Шерлока Холмса, что взял его фамилию. Хм. Вот. Хм. У него первоклассный ум. Он сидит неподвижно, словно паук в центре паутины. Но у этой паутины тысячи нитей, и он улавливает вибрацию каждой из них. Надеюсь, поможет. Вибрации нитей. А опять одна свеча, то есть. То есть, Вам лучше вернуться по аналогии с Little Hope, очень странно. Ну и. То есть, если эта подруга явно погибла полностью. Но возле двери это черная картина, он точно сгорал. То есть в этом подземелье он, наверное, мог выжить. Так же, как и могла та подруга выжить в... Я мог помочь. В том шкафу, но это не точно. Ни хрена себе у тебя там, блин, пульт. Блять. Что за херня? Согласен, ссаный ёж. Стой. Слышите? Ага. Это снизу. Вдруг это Эрин? Нифига.
Черт. Это ловушка. Это единственный выход. Так что скоро узнаем. Так, ну, узнавать мы будем в следующей серии. У меня, короче, вопрос открытый. То есть, во-первых, коллекция персонажей. Картины. У нас есть картина. Диана, тут сожженные сигареты. То есть, здесь он погибает гарантированно. То есть, решетка, по идее, должна была его спасти. Так, тут что? Нет, это взорванные, вообще непонятно к чему это. Это подруга оборачивает, это хорошее. Так, что у нас тут еще? Нет, это мы уже видели. То есть, это мы тоже избежали. Но вот где-то, видимо, что ли, не нашли, получается, лишние картины, которые нас не спасли. Причем, как бы, а что, зачем нам нужны вот эти жетончики? Что с ними делать? Как бы нас ничему не научили ими. Так, то есть его еще, ну, его могут еще подсадить на крюк. Но мы до этого не дошли. То есть мы где-то вот здесь. У нас еще есть колотая рана и изувеченная. Кровавый след. Короче, хрен пойми. Но ладно, мы разбираться со всей этой дичью будем в следующей серии. В этой серии я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.